Машина должна быть удобная для поездки, да. Я же ездил, рыбачил, сафотил далеко, в Верхний Люс, Чоропча, Амга. Приходится туда ездить на сутки. Сегодня поехал, завтра приехал. Ночью порвачил и приехал. Вот мы подъехали в Лагина Кильдянце. Вот, вот сейчас отсюда переоденусь и пойдем туда. Свои рабочие поры вот так приезжаю, тут переоделся, тут сейчас переоденемся и пошел рыбачить тут рядом. Вот это речка. И всегда так быстро после работы раз, часа два порвачил и уехал. Опять переоделся, опять в рабочей форме. Известный во всем мире, уникальный, единственный в своем роде врач-травматолог Рева Захарович Алексеев приехал навестить свою подругу-однокурсницу Варвару. Когда-то, еще в далекой юности, они вместе учились в Вилюйском педагогическом училище. Удивительно, но и по сей день они сохраняют теплые, дружеские отношения. Сегодня им есть что вспомнить, над чем поплакать и посмеяться. Такие не имели. Мы с Ревой Захаровичем вместе учились в Вилюйском педучилище. С 53 по 57 год, 4 года бок о бок в одном курсе учились. После армии вектор судьбы у Ревы Алексеева поменялся. По воле жизненных обстоятельств наш герой занялся медициной, стал травматологом, занимающимся вопросами холодовых травм. Метод, описанный в его кандидатской, а затем и докторской диссертациях, возвращает сильно переохладившихся людей к жизни. У ученого с мировым именем опубликовано более 120 научных работ. Имеется патент на изобретение способа лечения отморожений в дореактивном периоде. Автор уверяет, что многих с диагнозом глубокого переохлаждения можно спасти. Но все это будет потом. А пока наш герой все еще юн. Смотрит на жизнь с широко раскрытыми глазами, веселится и заигрывает с девчонками. Он очень такой способный был, очень шустрый, подвижный был. Так, а я с ним сильно-то не тогда... не разговаривала, а я зато дралась с парнями, руки длинные были, и я еще по роду в семье одна дочь была, с тремя парнями росла, поэтому с детства я была как мальчик, и дорочливая, и все. Вот. И однажды как-то что-то я не в настроении стояла, а он пришел, и давай делать такой бит, и говорит: «Николаева, давай боксировать, хочешь?» А я рассердилась и как замахнулась, а он засчитался и руку поставил, а там, оказывается, у него часы. Тогда часы дорогие были, не у каждого, вот. И часы разбились, к несчастью. Я так испугалась про себя, но не дала обиду, что вот тебе, вот так и надо, я тебе скажу. Ему, почему ты лез? Я с тобой не играю. Вот. А он парням показывает, вот Николаева мне часы разбила. Вот так показывает. Вот и с тех пор мы... Потом мы по работам, по своим судьбам разошлись. И где-то около 30 или 40 лет через я ногу сломала тут, несчастью, в городе. И вот с нами еще училась его землячка Кристина Васильева.
Я ей звоню. Кристина, у нас же брат был. Давай его, он же земляк ваш. Давай, знаете вы адрес, наверное, телефон. Скажи мне. Вот. Она спросила его. Николай, вы помнишь? Знаю. Сказал. Не мог забыть. По этому случаю. И вот. А Кристина сказала, она ногу сломала, в тулагинах лежит. Вот и он приехал. Вот она, ядро, собирайте всех тут. Каждый год собирала? 50 лет собирались. Мы потом 60 лет собирались. Наши все такие знаменитые с нами учились все. Вот Николай Николаевич Волков, вот этот профессор Махаров, Петр Федоров, который Нерингри начал этот строить и там работал председателем райсовета. Еще кто? Вот такая. И вот Рева Захарович, профессор, пожалуйста. Сказали, что там курящий мусор, я это за основное курить. Все способы лечения, которые в настоящее время у нас изобретены в России и в мире, ОМС не платит. Поэтому отделение, когда поступают, они не имеют права лечить. Если ждут, когда будет некроз. Когда сделают ампутацию рук, ног, Минздрав платит деньги. Потому что там написано, некроз конечности. Вот поэтому необходимо поставить вопрос о дополнительном финансировании по линии ОМС лечения больных отморожением и заледением тканей. В настоящее время я проживаю в городе Хабаровске, в который я переехала 5 лет назад. А до этого, ну, практически всю свою жизнь я прожила в Якутии. Там же училась в Якутском медицинском институте, его закончила и работала с замечательными врачами. И вот один из них, Рев Захарович Алексеев, который сегодня, я присутствую на 5-м юбилейном съезде травматологов. Я не могла сюда не приехать, не поприветствовать своих коллег, с которыми мы проработали многие годы вместе. И сегодня я увидела этого замечательного человека, послушала о его научных изысканиях, потому что и тогда, много лет назад, мы вместе работали в отделении термической травмы. Я восхищалась его научными данными, то, как он относится к пациентам, и результаты его работы. Я видела воочию, как люди вставали на ноги и уходили домой своими ногами после хладовой термической травмы. Поэтому сегодня я услышала о том, вот в разговоре с ним, что он продолжает заниматься своей научной деятельностью, оказывает помощь людям. И поэтому спасибо ему большое, низкий поклон. Я надеюсь, он меня услышит. Ух ты, сколько цветов-то, а? Смотрите, сколько цветов. О, одуванчик. Это по-якутски ням-ням, потому что в детстве вот тут берут и расщепляют вот так. Расщепляют и сосут. Такой горьковатый вкусный вкус. Поэтому ням-ням-ням-ням, поэтому его называют ням. Значит, это очень полезная трава. Значит, голоб вот это саму надо собирать и настоять. Можно его пить, можно обработать суставы. Боли в суставах снимает. Или же тонус повышает, вот корни, с корня. Корни высушить и сделать типа чая, одуванчик вот это, да. И он во всех отношениях, вот поддерживает сердце, да, очищает печень, да. Поэтому не зря говорят одуванчик, вот что-то одуванчик растет. Он,
Ну, пожилым людям является самым главным лекарственным растением, можно сказать, да? Вот. Лев Захарович человек всесторонне одаренный, да, и очень интересный. Он очень эрудирован, энциклопедически эрудирован. Он знает не только травматологию, очень много знает про традиционную медицину, про народную медицину. И всегда вот с ним очень интересно. Он, ну, на любые вопросы может ответить, у него есть свое видение. И он человек очень нестандартно мыслящий, поэтому с ним всегда, ну, с одной стороны, тяжело, потому что, ну, он говорит очень сложные вещи иногда, иногда вещи такие, ну, запредельные. У нас есть институт, который изучает влияние холода на машину, влияние холода на металл, влияние холода на детали машин, влияние холода на этот, на землю. Понимаете, на вечную мерзлоту, но у нас никто не изучает влияние холода на организм человека и на животных. Никто не изучает. Вот холод это, суставы разрушаются и так далее. Ну, надо это изучать надо, как предупредить, как и что. Да. И как организм животных, это, лошадь как выдерживает 50 градусов, минус 60, лошадь стоит выдерживает. Изучит. Не могу не сказать, потому что это действительно врач большой буквы. Добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь. Это касалось не только пациентов, все мы люди, мы тоже можем где-то там что-то с нами случиться. Если обращаться к Лев Захаровичу, он, как и многие, всегда отзывался, всегда старался помочь, и результаты его доброй деятельности, его врачебной, его человеческой, они до сих пор еще, они вот здесь, в нашем сердце, и в сердце тех пациентов, которых он поставил на ноги. У него очень много энергии, вот, по сравнению с нами, там, ну, мы не можем с ним сравниться, он вот как утром рано встал и начинает вот бурную деятельность, там, консультирует больных, лечит, читает лекции. Ну, раньше он оперировал много, он очень хорошо оперировал, очень сложные операции делал. И вот так до позднего вечера, и так каждый день там. Вот, насколько я знаю его семью, вот она, жена уже привыкла, он говорит, ну, приходит, он уходит в 7, ну, там, в 8 часу, а приходит где-то в 11. И все время он не просто так сидит, а он что-то делает там. Вот. Весь город, у него даже, ну, постарше вот друзья, у него было такое, они его шутка называли майор Вихрь. Вот у него. Ну, очень подходит это имя, да, вот ему подходит. В молодости он был хорошим спортсменом, боролся, у него результаты были. Потом он охотник, рыбак, очень любит природу. У него много друзей, вот он ездит на рыбалку, на охоту. Вот наши места. О, вот тут и рыбачим. Галилей Гарвей, есть такой, в 1826 году открыл круг большого кровообращения, да? И он сказал, учись, как будто будешь жить вечно. А живи так, как будто умрешь завтра. Вот это самый главный у нас принцип, как надо учиться и жить, ничего не откладывая на завтра, сегодня. Учиться надо во всему, как будто будешь жить вечно. Это говорит о том, что все надо учить, все. Хотя сегодня она не... Ну, когда-нибудь пригодится. Я студентам говорю, когда-нибудь пригодится. Вы травматологи, вы... Не будет травматолога, но травму получит ваш ребенок. Вам же пригодится, оказывается, первая помощь. А живите, как будто завтра умрете. Значит, это... Ничего не надо откладывать на завтра. Вот... И сделайте все, как будто бы завтра вас не будет. Да. Вот. Зимой. Не надо откладывать все завтра. Если надо делать только сегодня. Ну,
это великий ученый, говорю, Галилей Гарвей. Ну что ж, видать, рыбу мы сегодня не поймаем. Поднимаешь где-то 5 часов. Вот, ну, потом там сижу, занимаюсь где-то до 7. До 7 примерно занимаюсь. Часа от полтора-два занимаюсь. Чем? Компьютером. Работаю. А потом завтракаю. И без 28 уезжаю. 8 работа. 8 лекции. Прием. Так далее. Все так. И целый день. Часов 6-7 возвращаюсь. Обычно в это время года Рева Захарович после работы отправляется на свою любимую дачу. Здесь он отдыхает, общается с природой и набирается сил на предстоящий день. Осенью приходим тут и, ну, сейчас грибы собираем тут, штук десяток, и жарим. Никуда не ходим, не ходить-то никогда. Вот сейчас грибы должны быть. Мы позавчера, вчера собрали, вот, и вот грибы. Вот маслята, видите? О! Угу. Это так походит. Вот маслята. О! Маховики. О! И там где-то вон растут. Тут и подберезовики, маслята. Ах, и вот они растут тут. И бывает даже это, шампиньоны. Никуда не ходим. Ну, десяток берем и все. На жирок хватает. Угу. Посадили яблоко. Этому яблоку 15 лет. Сначала там рядом посадили. Не растет. Через 5 лет выкопали, сюда посадили. Вот немножко начинает расти. Это из ботанического сада. И тут белок их много. Вот делали кормежки. Кормим. Подсолнухи семенами кормим их. Вот, вот эти. Все это. И вот они там каждый день приходят, кормятся, вот подсолнечные, вот кукурузы немножко дали, грибы собираем, вот. В этом году вот тут птички были, вот тут гнезда, там вылупились 4 штуки дрозды. Мы сидим, кушаем, они тут. Единение с природой необходимо человеку, ведь оно дает силы для восстановления души и тела. Именно так наш герой настраивается на рабочие будни, где он вновь и вновь будет спасать пациентов, имеющих обморожение разной степени тяжести. Холодовая травма в Якутии имеет особенности, так как у нас очень низкие температуры. У нас встречается такое явление, как прижизненное леденение. Это очень редкое явление. Оно описано только в нашей республике. Но это, так объяснить, это у живого человека часть вот конечности оледеневает. Это бывает редко и описано впервые в мире нашими учеными. Лечение, ну, это поражение очень тяжелое. И всегда оно приводило к тяжелой инвалидизации. Но Рева Захарович придумал очень эффективный метод лечения тяжелой холодовой травмы, который имеет очень хорошие результаты. Практически полностью восстанавливаются оледеневшие ткани. Таких результатов больше никто не имеет. У нас группа есть ребят, которые группа там. Сельскохозяйственная академия там, и там мы делаем эксперименты на середине, замораживаем и размораживаем, пытаемся его разморозить. Но пока у нас всего несколько лет вот занимаемся, у нас пока это не финансируется, у нас финансов не хватает. Вот все собираемся и все это энтузиасты. Если вы нашли или зашел отмороженный, да? Пальцем он сам двигать не может, то все, это подозрение на наличие леденения. Тогда надо уже двигать нельзя. Двигать ни в коем случае. Его надо изолировать от тепла.
как бы изолировать так, чтобы тепло сюда не подействовало. Представляете, если тепло подействует, начнет оттаивать. И эта клетка от недостатка крови, кислорода, они погибнут. Понимаешь? Задушили. А если вы его завернете, вы не допустите оттаивания снаружи, да? Тогда изнутри будет, по мере прихода крови, клетки будут оттаивать постепенно, да? И произойдет оживление клеток. Все нормально будет. На самом деле, часть больных, вот замерзших больных, они еще не погибли, они живые. Но у них нет внешних признаков жизни, да? Поэтому считают, что они погибли. На самом деле, какое-то время эти люди находятся в клинической смерти. То есть это обратимое, ну, обратимое состояние. Этих людей можно вернуть, ну, можно восстановить. Замерзших людей можно оживить, это вообще считает бред, понимаете? Это в этом даже не думаю. Как это так может замерзших людей? А мы сейчас доказываем, замерзших людей можно оживить. Притом, если человек замерзнет 30 градусов, вот 30 градусов не оживишь. 40 и ниже градусов – оживишь. Замерзших органов все можно оживить, все органы. Все дело в том, оживить надо мозг, головной мозг и спинной мозг. Вот это надо оживить. Вся проблема в этом. Кто бы мог подумать, что парнишка из далекой якутской глубинки перевернет научное сообщество, станет своеобразным революционером в своей сфере деятельности, будет профессором и ученым с мировым именем. Об этом не мог думать даже сам Рева Захарович. Кстати, имя у нашего героя тоже революционное. Он Рева, сестра Люция. Однако в детстве над этим именем посмеивались и дети, и взрослые. Не понимали, что почему у меня такое имя, понимаете? И свои родственники не понимали, ну, в Якутске не понимали, да? И когда учился... И они не понимали. И все время мне преподаватели говорили не Рево, Ребум, Рубим, Револьер. В общем, вот так все время так и называли. Иногда Рев, кратко, почему-то звали Рев. Рев. Так и шагает по жизни Рева Захарович со своим революционным именем. Творит великое дело во благо людей, медицины и науки. Дети пошли, стали врачами. Вот это мне самая большая радость. Да. Это дети, когда стали врачами, это значит, не зря я жил. Значит, они видят пользу, тем более, что внучка начала врачом. И это, знаете, нормально. Вот это я говорю.